В прямом эфире репортера новости. Меня зовут Татьяна Блайда. Здравствуйте. Одесситы почтили память жертв трагедии 2 мая 2014 года. Традиционное место возложения цветов – Дом профсоюзов, где в пожаре погибли 42 человека. С утра территорию Куликова поля проверили саперы. Взрывоопасные предметы обнаружены не были. После этого на площадь начали пускать людей. Пройти на территорию можно только со стороны конечной 17 и 18 трамваев через установленные фильтрационные пункты. Движение на Канатной, Пироговской, Гимназической и Итальянском бульваре ограничено. Проезд открыт только для общественного транспорта. Чтобы обеспечить охрану правопорядка и не допустить массовых столкновений, силовики прибегли к повышенным мерам безопасности. По периметру площади дежурят люди в форме. Всех граждан обыскивают при входе. Усилен контроль и на въездах в город. Весь транспорт осматривают на наличие оружия или других запрещенных предметов. Помогают одесским полицейским, нацгвардейцы и коллеги из других регионов. Основная ставка сделана на работу полиции диалога. Тобто спілкуються, перш за все, це діалогова поліція, а потім, виходячи з обстановки і ситуації, ми залучаємо ті чи інші сили та засоби національної поліції. Крім того, тактика дій спецпідрозділів теж ми враховуємо. Територія буде очеплена і патрулювання буде, як складається, буде складатися обстановка, ми будемо дивитися. Якщо спокійно, все нормально, ми не будемо тут і тримати дуже багато сил. От уже п'ята годовщина, поліція і другі правоохоронні органи працюють в одному і тому ж режимі. Якихось будуть, навіть якщо будуть якісь провокації, ми одразу ж будемо це пресікати. Здесь достатньо і спецподрозділень, Національної гвардії України для пресечення будь-якої конфліктної ситуації. С 8 утра одесситы и все те, кто неравнодушен к трагедии, несут цветы к Дому профсоюзов. Среди них есть и непосредственные очевидцы майских событий. Мы здесь были, когда вот это все случилось. И друзья мои, хороший друг погиб здесь. Мои знакомые, сын погиб. Негатуров. Это вообще это такая трагедия, это хуже, чем Донбасс. Сюда я сорвалась, здесь только начиналось и все. Сюда я как раз, когда я сорвалась, машина я привез на Пироговской, водитель даже деньги не взял. Пока металась я за Домом профсоюза, потому что уже добивали ребят оказывать помощь. С той стороны обошла, схватила одного как раз за шкирку и сзади получила по голове. Вырубила, потом меня вытащили, ребята спасли. Отпоили, откачали, голову перевязали. Через 4 года я узнала, что у меня не только голова была разбита, но и сломана челюсть. Территория вокруг Дома профсоюзов и само Куликово поле под постоянным контролем и охраной полиции до окончания всех мероприятий. И сегодня же в Следственном управлении областной полиции решили отчитаться о ходе расследования событий 2 мая. Было допитано понад 1100 осіб як свідків. Також додатково було допитано 13 осіб як потерпілих. Крім того, було призначено 65 судових експертиз. Також до суду було направлено 3 обвинувальних акти, один з яких знайшов своє підтвердження та отримав обвинувальний вирок. Також було повідомлено 4 особам про підозри. Досудове розслідування на даний час триває. Сейчас полиция продолжает изучать видеоматериалы. Уже отсмотрено более 1500 файлов и составлено 222 протокола осмотра.